котик скажет мяу, а енотик скажет... Я не мужчина! Закинь этого чела. Трич ТВ, лох. Там за шторм, есть ли такие челы, не? Трич ТВ, Трич ТВ, мой папа. Мой папа Трич ТВ. Это самое быстрое. Это коврик для выступающих. Да, это коврик, пусть он на посередине будет, а все выступающие будут становиться, выступать, жонглировать. Так, все, пожалуйста, да, со сцены. Да. Все со сцены, кроме меня и коврика, пожалуйста. Давай, рассказывай, что там. Не слышал. Ну, пошел я как-то в кафетерий, заказал себе американо. Официантка подходит, спрашивает, сколько вам чай сахара. О боже, тупая. Уберите. Понял, да? Уберите. Кажется, это где-то было. Где-то этот бред я уже слышал. Начинай. Все, готов, да? Погнали. Каталист, давай ты тогда начинай. Ты сам стоишь на пицце перед мной. Ты хочешь моей крови на пицце густой. Ты никто, я твою маму в кино водил. И ей шишку большую по губам водил. Да, я очень крутой, у меня 200 рублей. На балансе папик си лежит, зайди скорей. Я разорву тебя пополам. Я нюхал траву и лапал ваших мам. Сейчас я хочу рассказать вам историю, как садил сегодня в пятерочку. Это было тяжело, и это ударило по моему кошельку. Да. Я купил 2 пончика по 40 гривен, да. У меня не хватило на чай, ах, мати, о да, что же делать, как же быть, не пробили мне на кассе мой любимый блинчаек, обоссался я в штанишки и насрался я в рот, на кассе сидит такая баба, я бы чпохнул ее прямо в ее жабу, нифига себе, Аленка по 39,90. Надо бы взять ее поскорее, чтоб гроши были у меня быстрее. Очень вкусный чай, шоколадкой пить. И гладоволокости на стыме чмрить. Да, нифига себе. Школьник заходит и просит на обед. Нифига себе, доначу я. 150 рублей улетают никуда. Нифига себе, я мышку купил за 13 тысяч гривен. Говно купил. Нифига сижу в аэродинамиках я. У силка не хватает, звука нет у меня. У меня на бубенины стал. Я туда сувал. Это мой анал. Нифига себе, так, ладно, я все, ходил пятерочку. Значит, анекдот такой познавательный получается? Нет. Получается, нет, сколько нет. Евреев поместится в Volkswagen? 4 на сиденье, остальные в пепельниц. Уйди, пожалуйста. Знаете, почему Гитлер был довольно бедным человеком? У него был огромный счет за газ. Это не так, я расскажу. Знаете, почему Гитлер умер? Потому что увидел счет за газ. Смотри, короче, заходит бабушка, да? Ну, в американский ларек. Ну, ничего необычного, просто захотела покушать кашки. Заходит в ларек, а там негр стоит. Она у него спрашивает, негр, а у тебя есть манка? Пошел котвали в баню. Вдруг к его дому подходят школьники и начинают кричать. Валера, Валера, когда стрим на Тви? А мама Валера им отвечает. А Валера нет, он в бане. Ты знаешь, я тоже на многих машинах покатался. Вообще на всех марках. Валера, вообще. Привет, но мой сладенький енотик. Это я, Алина. Завтра приеду к тебе со съемочной группой В. Приберись дома, пожалуйста, и надень шапку или парик какой-нибудь. Не слепи лысина меньше, чем 3. Что такое 1.16? Это кто, блядь?
Это порно-канал тот, который на X-видео с Алинка или кому? А? Хороший канал, осуждаю. Это кто? Это не я, да? Да ладно, это ты, наверное, да? Если это не я, то это ты? Это как раз таки я! Помните этот мем, где парни с девушками танцуют, а в углу стоит один обиженный и такой, зато у меня это есть? Так вот, девочки из чата ебутся с парнями, а дед стоит в углу и такой, зато у меня мотоблоки. Повтори, я что-то не слышал. Женился, мне не повезло в этом смысле, и я все... Ну, согласен, все, кто женится, им не везет. Понятное дело, нормальный мужчина не женится, братан, все понятно, молодец. Пуки, 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 пуки. Пуки-пуки, пуки. О, пуки. Ты заебал срать в прямом эфире. Прояви уважение и галантность. Как здоровье, КС, да? Выздоровел. Да, да, спасибо. Да почти выздоровел. Арина, да. Ну ничего такое имя, как Алина почти. Арина, я прошу прощения, Арина. На тебе за извинительное, бимба. Пуки. Деда, смотрим тебя со своей самой любимой верной правой и не менее прекрасной левой. Люблю сових двоих. Да. Ну тогда. Пуки. Меня это тоже задолбало. One moment, my friendless. Пуки. 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 О, пуки. О, пуки. Есть ли у нас будущее? Да. Пельмени поем. Да, если он еще пойдет туда. Оля. Пуки.